Белоруссия и Евросоюз вместе против нелегалов. Проблемы миграции обсудили в Минске представители Министерства внутренних дел нашей страны и Еврокомиссии. В частности, речь шла о доработке совместного проекта «Партнерство ради мобильности». Его инициатором выступил Европейский Союз в рамках Восточного партнерства. Данный документ содержит широкий спектр вопросов, связанных с незаконной, трудовой и вынужденной миграцией. Мы ожидаем, что будет реализован целый ряд проектов международной технической помощи, в том числе с помощью международных организаций, которые действуют на территории Республики Беларусь. И Республика Беларусь укрепит потенциал правоохранительных органов, неправительственных организаций, общественных объединений, которые работают в области миграции. То есть мы фактически поднимем, наверное, на несколько новый уровень вообще деятельность, которая происходит в Республике Беларусь в области миграции. Ожидается, что совместную декларацию партнерства ради мобильности подпишут уже в мае в Риге. Документ на данный момент поддерживают около 10 стран-членов Евросоюза.